Рубрика «Какая машина перелетит этот сломанный мост?» Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Начнем мы с реактивной приоры. Приора из всех машин, которые я тестировал, оказалась самая лютая. Дальше на очереди Kia Stinger. Не в этот раз. Дадим второй шанс Чарджеру. Ну почти. Если тебе нравится рубрика, пиши в комментарии, какие следующие машины мне пустить через этот мост.